И всем снова привет, с вами снова я. Сегодня мы играем в игру Venture of Creation Story Mod. Это четвертая дверь. И у нас... Что у нас? У нас есть сортир, да? Вот этот вот шмаль. И не так лагает. Вообще, так, у нас есть лампочка. Давай посрём или что? Вот вантус возьмем. Не, нельзя. Чё, дверь? Да, дверь. Вау! Прикольно. Так, что нам пишут? Нам пишут какую-то фигню. Это изи будет первая. Так, что здесь делать? Первый час будет изи. Клавиатура, что делать? Что делать? Погоди. Стоп. Я знаю. Смотри, то есть мы должны тут ходить со скелетами, да? И, наверное, нам жопа. Смотри, сейчас. Мы идем вот так вот. Так, если что-то на английском писать будут, я буду переводить. Потому что я знаю, что там говорят. Так. Дверь. Ой, закрыто. Как неожиданно. Чё сейчас ха-ха было? А, по идее, сейчас вот, нужно скелетик погнать. Мэй фокус. Да. Так можно слышишь? Скелетик использовать. Я слышу, кто-то... Ты в безопасности, иди назад. Говорят, ты в безопасности, иди назад. Опа. Не, ну вы меня, конечно, простите, но это мое помещение. Идите на буй. Ух, я обосрался. Все. Понял. А что тут красное все? А, все? Погоди. Что это такое? Что, свет в текстурку прошел? Посмотрите, посмотрите. Все. Маги опять пошли. Так, это что, все? О, плакат Фредди Бонни. Я, кстати, не видел плакат Фокси. О, что? Это не я. Возьми крюк, он будет тут. Так. Пока. Осторожно. Давай скример увидим. Нет, зачем? Я как бы боюсь, так что... Только не в эту дверь. Ой. Нет, там, по-моему, кто-то сидит, поэтому... Да, там кто-то есть. Тихо! Ты оттуда ушел, да? Рискнем? Халло! Рискнем? Не, я б не хотел. Вот это. Там реально никого нет. Гитарочка. Дальше чё? Текст. Стоп, тихо! Какая музыка? Столбоёбка какая-то. Нет. Ты в безопасности, иди назад. Оп, все. Я как бы с радостью, но... Меня тут ждут маленькие неприятности. А ты положил кексик? Да. Можем взять шляпу. Быстрее. Не, шляпу туда положи быстро, в огонь. Уже поздно, я слышал, как за нами бежали. Ух. И сейчас нас спугают, ребятки. Не, пошли, я лучше посрать. Все, посрать. Смотри, сколько я посрал, обосрался. Ладно, пошли дальше. Вот это сейчас было страшно. Так, у нас есть шляпа. Да. Сейчас мы ее быстренько. Да ты издеваешься! Ладно, пошли, короче, может он идет, когда мы вот так вот сделаем, смотри. Не надо. Закрой свою пасть. Проводами и не лезь ко мне. Я великий ютубер, тебе меня не победить. Так, Винт. Иди в жопу. Нептун Винт. А, все что ли? Ладно. Слышь, смотри, как я умею, а ты так не можешь. Ты хоть за мной 100 лет бежать можешь, будешь, вот так вот не сделаешь никогда. А, все, он сдрыснул, он обосрался. Я ему сказал, что я великий ютубер, и все, короче. Боже мой! Чё ха-ха? Что это было? Ну ладно. Так. Короче, получается, мы все сплавили, да? Получается, нам остается только одно — выйти отсюда. Понятно. Чё-то быстро наша история к чему-то катится. Очень быстро. Ну что, давай опять посрём. Все, вон как много навалил. Аж не смыть. Взял бы пожелание, уснул бы в туалете. Это вы только что... Это, а. Я знаю, опа-на! Я знаю, что...
Погоди. Я помню, тут пароль какой-то был. Сейчас, погоди. Я знаю, тут мне как-то сыка. Погоди, сейчас мне что-то напишут. И сейчас появится скелетик. Все. Нет, не все. Все? Не все. Все? Ну дайте уже! О, боже, я ненавижу эти телевизоры. А может, не тут, это помнишь там? О, все. Все, давай посмотрим, что там у нас. То, что эти цифры, буквы, всякое такое. Никого нету. Ну и чё? Погоди. Может быть. Всё. Ты знаешь? На... Так, тихо. Я тут помню, что-то было. Скелетик. Ты там где? О, он там стоял. Так, получается... ой, боже мой. Ой, боже мой. Что это? Уходим. Там говорят, ты в безопасности, иди назад. Ну, я с радостью. А кто это сказал? Да, там надпись была. Ан, пошли. А эти надписи делают? Тихо. Смотри быстрее. Хоба. Ой, боже мой. Ладно, ты... Чё, у тебя лицо болит, что ли? Или мозги болят? Хоп-хоп. Хоп-хоп. И чё? Ещё можешь сделать. Чё ты говоришь стоп мне? В смысле стоп? Мне вперед надо. Точнее, в бок. О, сейчас тебя испугает. Так, иди ты в жопу. Хотя у тебя даже жопы нет. Ты весь в проводах. Интересно, у меня получится закрыть его здесь? Не, не беда. Тихо. Смотри. А! Пан, не будем. Не будем напрягаться. Надо радоваться. Так. А там... Какой был? Мане! Вот это вот, я не знаю. Чика. Желтая... Подожди. Желтая, красная, коричневая, синяя. Давай, быстрее. Желтая. Не кипятись. Красная, коричневая, синяя. О, не надо. Быстрее нажимай на кнопку и сюда. Не смей. У тебя нет прав, чтоб меня лапать. Вообще похуй, это пацаны. Стоит такой. Все, давай сюда. Пока. Взять ключ. Пока. Чё ха-ха? Сейчас дам тебе ха-ха. Короче, пошли. А зачем ключ взял? Ну, чтоб что-то открыть, наверное, надо. А может там наверху надо было открыть? Не надо. А, ну это потом в конце это. Так. Хи-хи, это значит мы прошли, да? О. Одна уже обосралась. Так, ладно, давай обратно. Что-то как-то тупо. Все, ребятки, сейчас будет жестко. Опа! Беги. После этой фигни. Погоди, это типа круто, да? Погоди. Ну вообще класс. Иди вперед. Тихо. А давайте я обосрался. Да. Я бы не хотел обсираться. Ну я давай, а у нас чего шататься, мы не будем заново. Подожди, стой. Так, и чё? И чё это значит? Это типа круто, да? Можешь убежать, да? Получше. Не могу. Вообще не могу бежать. Ой, боже мой! Не оборачивайся. Но я как бы хочу. Я как бы хочу оборачиваться. Ну да, что такого? О, тихо! За нами бегут. Привет! Да. Ой-ой. Ой-ой. Это было сейчас... Это был бич. Надеюсь, Сёма или кто смотрит, наверное, испугаются. Давай быстрее. Так, все, сейчас не оборачиваемся, я понял. Эта шмаль не любит, когда на нее смотрят, потому что она только помадой накрасилась, ей неудобно будет. Вон она, дверь. Так, быстрее на дверь. Тихо, давайте слушаем.
бежит за нами или нет. То это шмаль быстрая, а я вон мой персонаж, дебил, бегать не она умеет. Уже тихо, догоняет. Слышишь? Ой-ой-ой-ой-ой! Быстрей! Это было что-то. Где теперь? Ха! Ха-ха, ты лох! Все, и что у нас? 2 часа уже. Реали. Ну сейчас будет самое тяжелое. То есть сейчас, смотри, у нас время идет в обратную сторону, да? Это как бы прикольно, но будет мне вообще тяжелое. Не при... Погоди. Это что такое? Что это такое? Сейчас даже видите, поставить. Подожди. О, боже мой! Так вот. О, двоих сразу сюда призовем. Давай. Двоих. Они сейчас опять застрянут. Чтобы вдвоем застряли. О, все, они вдвоем обнимашки делают. Ну типа круто они стоят. Давай. Хоп. А, они застряли. А, нет, они как-то протиснулись. И опять застряли. Смотри, они застряли. Но делают разные позы. Да что, сусы идти, вот это. Опа, чё? Смотри. Они опять зависли. О, ну и чё, сейчас они отвиснут и всё. Они, короче, решили, что они сильные. И решили, что могут. Ой, это уже жизнь страшно. Что могут победить ютубера. Они такие вдвоем идут. Так, тихо, у нас там еще есть. Жопы нет. 2 скелетика. А, щит. Они тоже будут. Тихонечко. Сейчас рискнем, да? Издавай на. Подожди. Хопа! Пошли, 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 пошли. На-на. О, это близко. Найди. Осторожней. Далеко? А, да, все изи. Фух. Мы прошли одно из тяжелых, но теперь будет еще самое тяжелое, ребята. Где мы тут? Я так чувствую, что обосрёмся. Так, пока все нормально. На, оп-оп-оп-оп-оп, как он делает. Давай. Оп. Сейчас там он скелетик еще будет. Так, смотрим за двоими. Сейчас этот к нам поедет, смотри. Хоп. Оп. Оп. Воу. Вот. Да. Чё тут? Типа мне. Всё. Давай, тихо. Вот это да. Вы, наверное, не ожидали, но давайте ещё раз. Так, ещё раз. Давай, сейчас вот этот гадёныш железный. Так, только вот этот вот, к нему уже нельзя подходить. Бляха. Хоп-хоп. 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 О, там эти. Катись. Не, не надо, чтобы он катился. Блинка. Опа! Не надо! Слышите? Ребятки, все, сейчас, все, пацаны, ребятки, там что-то дверь. Нажать надо было, да? Нет. Все, 6-я дверь, пацаны, 6-я. Погоди. Они еще. Или не 6-я? А, типа классно. Ой, боже мой. Но в смысле? Нас Golden Freddy обманул. Ну, вообще супер. Хорошо, что они там не появились. Так, ну наконец-то. Хорошо, о, что их тут нет. Ни камина, никого, ну супер. Хорошо, что они тут не появляются, да? Лох, хотел меня поймать. Лох, хотел меня поймать. Лохи вообще не поймали. Даже не единый вообще. Прикинь, это сколько? 5 скелетов тут было, я мимо них прошел. 5. Чё? В смысле? Что ха-ха? Я не могу в дверь пройти. Погоди. Ну вообще супер. Выключи фонарик. О боже. Это плохо. Даже аппаратура исчезла. Ну-ка. А почему? В смысле? Можно я вернусь? Дайте мне. Да я. Слышь, короче, Жек нас ненавидел, и поэтому... Ну... Кто ненавидел? Ну, как бы круто, можно погулять. Слышь, ты там чё? В туалете засел? Короче, один из скелетов сюда быренько прибежал и решил в туалет загреться. Ты! Ты чё там?
короче. Я на тебя в суд подам. Понял? Ну, лох. Ну это да, начал. Обосрался, что я не смог. Точнее, что я смог тебя пройти. Слышь? Не, я так просто это не оставлю. Я буду биться. Дверь! На-на-на-на-на-на-на-на-на. Короче, нафиг. Ну и сиди там, чтоб тебе кишка в унитаз упала. Ты, жестянка. Не, ну так нечестно. И что делать? Ну чё? Я попробую. А как ты попробуешь? Я уже попробовал, ничего не происходит. Иди еще раз в той двери. Ну-ка. Подожди, а что это было внизу? Это что ли? И это не нажимай. А просто... что это было внизу? Это вот это вот что? Ну, водичка и что? Обоссался, наверное. Ну да, один из них обоссался. А реально, тот обосрался. А реально, они тут обоссались. А другие обосрались. Несколько. Слышь, ты что там засел, а? Ты, лох. А нажми на ручку, может, на ручку. Ну ладно, ручку. Ну, ребят, там, по-моему, потом, типа, пройти еще вот 2 часа. Первый час просто пройтись, наверное, будет. Я, как бы, понимаю, что там делать. И, как бы, наверное, на этом все. Я не хочу заново проходить. Ой, давай, это... Ладно, давайте. Я на тебя в суд подам, еще раз говорю. Вон, полицию вызову, пожарку вызову, скорую вызову, медслужбу вызову, маму вызову, бабушку вызову. Всем тебе по жопе жестяны дадут, разломаешься, нам винтики маленькие разберут тебя. Все, все, пока, иди. Блин. Короче, мне больше нечего сказать. Ну, буду тут жить, ну, классно, смотри, вообще. Вот тут вот это вот разрублю все, положу и буду спать. А вот вот что мне делать? Вот, например, захочу, построю из деревяшек компьютер себе, что нормально. Видишь, все есть. 2 часа, нормально. Лампа, освещение, все есть. Трубы есть, нормально. Вот тут посередине водитель. Сломаю доской, буду пить. Вот тут кто-то обоссался, попью. Будет весело. Вот тут свет, поем. Буду фоткаться. Вот тут тоже обоссался кто-то, тоже попью. Нормально, видишь, все красиво, лужицы. Буду вон на лестницу ходить, дверь долбить, стену, может, проломлю. Не знаю, вон там вон тоже 2 часа написано. Куда б не пошел, и тут 2 часа. Вон. Кнопка, буду, блин, играть в игру, кто первый сядет на кнопку. Вообще прикольно будет. Хорошо заживу, вон лампы бить буду. Может, эту деревянную пробью, наверх вылезу. Все можно, давай, сиди в своем туалете, блин. Заманал уже. Ну ладно, я тут поживу, у меня хотя бы дизайн, смотри, какой красивый, вон. Такая палочка, выручалочка, сейчас как бамкну. Блин, я головой ударился. Ну ладно, все. Давайте, всем спасибо за просмотр, и всем пока-пока и удачи.